Здорово! Сегодня я покажу вам глич на копирование силовой брони и фарма ядерных батарей для нее. Как работает данный глич, я покажу вам на рыцаре из Братства Стали. Возможно, для этого глича нам понадобится прокачать перк вора по максимуму. Для начала мы подкрадываемся к рыцарю Братства Стали со спины, так, чтобы нас не было видно. Затем мы воруем у него одну ядерную батарею. После этого рыцарь начинает вылазить из своей силовой брони. В этот момент нам нужно взять, быстро сохранить игру и сразу же загрузить наше быстрое сохранение. После того, как игра прогрузится, сработает глич, и вы увидите, рыцарь будет стоять в подобии силовой брони, а рядом с ним будет стоять еще одна целая силовая броня. Если мы залезем еще раз в карман рыцарю Братства Стали, то мы увидим, что на нем как будто бы одеты абсолютно все детали силовой брони. А та броня, которая стоит рядом с рыцарем Братства Стали, мы можем полностью забрать ее себе. Таким образом, мы забрали у данного рыцаря силовую броню без всякого воровства, по отдельности каждой части и без конфликтной ситуации, когда рыцарь Братства Стали мог бы нас атаковать. А также мы забрали у него одну ядерную батарею. Тем самым мы можем обойти всю базу и проделать то же самое абсолютно со всеми рыцарями-паладинами, которые будут находиться в радиусе, в округе и в соседних локациях. Также при помощи этого глича можно снять силовую броню не только с Братства Стали, но и с других NPC, которые носят силовую броню. Какую-нибудь редкую, легендарную или же уникальную по расцветке. И напоследок хочу предупредить заранее, прежде чем делать данный глич, обязательно сделайте резервную копию одного сохранения, на случай, если вдруг вы сделаете что-то не так, чтобы у вас не было конфликта либо вражды с теми NPC, у кого вы пытаетесь скопировать данную броню. Надеюсь, глич был полезен. Палец вверх. Всем всего доброго. До новых встреч.